Да, дорогая, я все помню, все знаю, да. Да. Возвращайся скорее. Я жду тебя с нетерпением. Целую, целую, дорогая. Здравствуйте, фирма Лэндис слушает вас. Здравствуй, фирма Лэндис. Ты знаешь, какой сегодня день? О, привет. Какой? День Святого Валентина. Вот какой. Всемирный день влюбленных. Слыхала? Вообще-то слыхала. Именно сегодня? Говорят, что да. И как раз сегодня моя жена уехала в командировку. Догадайся трех раз, что я хочу тебе предложить. Догадалась, как только ты заговорил об этом празднике. Я за тобой заеду после работы. Посидим в трех пискарях, и потом ко мне идет. Договорились, целую. Целую. День и ночь. Значит так, это произведение читать мы не будем. Принесите нам, пожалуйста, бутылочку шампанского. Стандартный набор закусок и на горячую рыбу. Ты не против рыбы? Нет. Ты же знаешь, я всегда за рыбу. Тем более, что сегодня четверг. Тем более, рыбный день. Да, да, рыбный день. А вот, кстати, вы не можете освежевать парочку вот этих рыбок и нам зажарить? Ну, почему? Это для вас. Пожалуйста. Да? Вы можете даже сами выловить их. Ну... Ни в коем случае, какой-то кровожадный. Я не смогу съесть такую рыбу. Ну, это же шутка. Шутка. Понимаешь? Ну почему же? Вот на прошлой неделе у нас гуляла компания, да. Так все аквариумы опустошили. Какой ужас. Так, ну и на десерт, я думаю, мороженое, да? Мороженое и... Боря, привет. Здравствуй, Катя. А Люба где? Люба, она в командировке. Угу. Сегодня улетела. Понятно. Это моя сотрудница. Сотрудница. Мы готовимся к встрече с финнами. Что ж, желаю успеха. Спасибо. Слушай. Ты представляешь, это муж моей подруги. Она уехала в командировку, а он гуляет. Значит так, заказ отменяется. Принеси два кофе и полоски. Слушаюсь, товарищ полковник. Почему полковник? В армии обслуживал. Где же ты? Ну, кого ты обслужил? Полковника, ну вылитый вы. Ну так выполняйте приказ. Слушаюсь! Вот не пруха, ну надо же. Лучшая подруга моей жены. Она так нахально смотрит на меня. Слушай. Что? Надень мои очки. Зачем? Так надо. Понятно. Вот документ, о котором я вам говорил. Очень важный. Угу. Тебе идут. Сразу стал деловой вид. В самом деле, читаю. Она все смотрит. Вот потому и читай. Ну, я читаю, но я ничего не вижу. Ты смотри поверх очков. А, да. Так вижу. Читай. Угу. Ну, а ваш номер? 734-26 от 3 февраля сего года. Быть мы что?
калькулятор. Есть. Давай, достань. Зачем? Так надо. Считай. Делай вид, что считаешь. Все, сейчас. Ничего не вижу. Поверх очков. Она все смотрит? Ну, конечно. Чтоб ее. Дай мне. Да. Боря, а ты все наработаться не можешь. Что поделаешь, ненормированный рабочий день. А ведь ты знаешь, сегодня день Святого Валентина, день всех влюбленных. В самом деле, что ты говоришь? Я даже и не знал, что существует такой праздник. А вы, Людмила Борисовна, знали? А, нет. Первый раз слышу. Ваш кофе, товарищ полковник. Черт, ну надо же было так попасть, а? Ведь эта стерва все расскажет моей жене, я ее знаю. Слушай, Боренька, не переживай. Может, она ничего не скажет твоей жене. Скажет, я ее знаю. Эта стерва та еще. Все расскажет. Едем домой, только домой. Мой дом, моя крепость. Борь, ну что ты такой скучный? Неужели ты меня совсем-совсем не любишь? Если б не любил, ты сейчас здесь не лежал. Я миллион раз даю себе слово. Все. Больше этого не будет. Это в последний раз. Такие отношения меня унижают. Но стоит тебе меня поманить, я тут как тут. Что там делать? Пишу твое имя. А точнее, Боря, я тебя люблю. Что, вора? Хуже. Жена. Боря, это я. Я вернулась. Кто там? Да я, это Боря, я. Ой, о, Люба, ты что, не улетела? Бурга. Завтра будет еще хуже, буран. Послезавтра вообще не имеет смысла ехать, потому что семинар заканчивается. Ужинать не будешь? Ой, нет, вот так вот в аэропорту пообедали, поужинали, все было. Умыться с дороги. Отстань, Боря, ничего не хочу. Спать. Нет, даже раздеваться не хочу. Ну, пойдем на кухню. Ну, чайку попьем, согреемся с дороги. Книжку 100 грамм. А, Люб, подожди, книжку попьем. А, Люб. Боря, а что с тобой? Кто это у нас говорит? Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Я прямо посвистелась вся. Ну, ты понимаешь, я ведь уже спал. Потом на работе перенервничал. Ой, что это? Что? Будто скребется кто-то. А, ну, это ветер, снег в окно сыпет. Дорогая, чтобы нас ничего не отвлекало, давай твою любимую музыку включим.
Помогите! Что с вами? Понятно. Сейчас, секунду. Поймаете? Хорошо. Ловите! Ничего страшного. Сейчас что-нибудь придумаем. Извините, я совсем замерзла. Потерпите, все будет в порядке. Я сейчас приду. Держитесь, минуточку. Придется спать. Кругом не везет. Прости, Любочка, раз на раз не приходится. Ты так намучилась, так устала. Утро вечер мудренее. Спи, дорогая. Смотрим. Залезайте. Только вниз и смотрите. Смотрите вверх или на меня. Хорошо. Вниз не смотрю. Молодчина. Еще немного. Вот, еще чуть-чуть. Ну вот, все страшно, уже позади. Уже вы вне опасности. Вот, вы в надежных руках. Сейчас вы согреетесь, и все будет в порядке. Вот. Все, вы можете теперь успокоиться. Все страшно, уже позади. О! Ничего себе, вы почти что окоченели. Ну ладно, сейчас мы вас будем отогревать. Подушечку под голову, чтобы кровообращение нормально было. Так вот, сейчас еще одну. О, дыхание у вас нормальное. Укутаем вас, чем можем. Вот так. Вам надо что-нибудь такое согревающее. О, у меня же есть виски. Подождите секундочку. Интересно, а как вы оказались на балконе? Вы что, йог? Или вы вышли на балкон, а задвижка случайно закрылась? Меня выгнали на этот балкон, чтобы я никому не мешала. Садисты тоже живут в этой квартире? Садист. Один. Ничего себе. Так, сейчас вам будет тепло. Вот, выпейте. А что это? Виски. А водки нет? Хорошо, что есть виски. Не привередничайте. Вам сейчас это необходимо. Ой, смокон какой-то. Ой, не холодно. Одел, нет? К сожалению, нет. Жаль. А ваша дубленка? О, хорошо, что напомнили. Она же внизу. Жалко, была бы кстати. Хотя ее уже, наверное, украли. Не думаю. Значит, со ночи. Я сейчас бегаю, а если вам будет холодно, вы выпейте виски. Ну, я пошел. Водички. Сейчас, дорогая. Вот сейчас вам станет совсем тепло. Подлец! Вот так. Какой подлец? Кто? Я? Причем вы, Борька. Какой? Сам. Можно мне еще виски? Да, пожалуйста. А то мне еще холодно. Пожалуйста. Сверху мне уже не холодно, только холодно внутри. Ну что, лучше стало? Вроде.
Вот. А сейчас я вам сделаю еще чай. Он вас совсем приведет в чувство. Я вам буду очень благодарна. Интересные люди. Ты что? Сигнализация в машине сработала. Надо сама пойти посмотреть. В такой мороз ее не заведут. Могут. Могут. Ты же снял аккумулятор. Он в прихожей стоит. Значит, не моя машина. Когда нашу машину гоняли на самом деле, тебя с места сдвинуть нельзя было. Как жена приехала, так... Ой, к машине бежит. Мне интуиция подсказывает. Надо пойти проверить. Понятно. Значит, у тебя сегодня только интуиция работает. Ну, иди, иди. Извини, Любушка. Спи. Извините, к вам с балкона недавно никто не заходил? Что за шутки пол второго ночи? Я сейчас милицию вызову. Извините, извините, я просто хотел спросить. Значит, никто не заходил. Ну, прямо мистика какая-то. Хорошая музыка. Оставьте. Мне эта вещь нравится. Мне тоже. Алло. Я очень извиняюсь за свой поздний звонок, но не могу ли я поговорить с Людой? Я вас очень прошу, когда бы она ни пришла, пусть срочно позвонит Борису. Спасибо, еще раз извините. Пейте. Очень горячий чай. С одной стороны, это хорошо. Тепло выгоняет из вас холод. И вы не заболеете. Пейте. Слушайте, вы что, шаман? Как вы догадались? Прадед мой был шаманом. А мне кое-что передалось. Так что, если вы будете меня слушать, вы не заболеете. Пейте.
Еще надо попить. Пью. Пейте, пейте, пейте. А кто вас выгнал на мороз? Уже не так горячо. Что, пьяный муж? Злая мачеха? А муж вы член секты? Ни то, ни другое, ни третье. На мороз меня выставил любимый мой человек, когда вернулась из командировки его жена. Обычно ведь бывает наоборот, верно? Да, обычно возвращается из командировки муж. Угу. Так бывает в жизни и в анекдотах. Значит, я анекдот наоборот. Пейте. Бабушка мне всегда говорила, что у меня все не так, как у людей. Ну вот. Доброе утро. Доброе утро. Вы что хотите, чай или кофе? Наверное, чай. У нас есть и то, и другое. Даже коньяк. Могу сделать также яичницу. Спасибо. А как вас зовут? Меня зовут Михаил. А вас как? Люда. Ну вот и познакомились. А теперь давайте завтракать. Плотный завтрак вам сейчас не помешает. Кстати, я что подумал? Ведь вы пока можете одеть мои вещи, правильно? Вот смотрите, рубашка, джинсы, все, что было в моей сумке. Спасибо. Ну вот, прошу. Боря, ты чего? Уезжать собрался, что ли? Да Смирнов вчера вещи жены из химчистки получил. Забыл у меня в машине, просил привезти. И хорошо почистили? Я не... нормально. Ой, мне тоже пора в химчистку. Ой, ой, халтура какая. Смотри, пятна, брызги остались. А содрали порядочно-нибудь, да? Я не спрашивал. Хочешь, узнаю. Не надо, я все равно свои вещи туда не отдам. Кофточка-то зачем? На ней ведь знак. Химчистка запрещена. Ну, какое наше дело? Она что, и бюстгальтер в химчистку сдает? Ну, может, и сдает. Ну, зачем рыться в чужих вещах? Подожди, а сумочка дамская? Она что, и сумочку сдает в химчистку? Сумочка не ее. А чья?
самого Смирнова. Смирнов ходит с дамской сумочкой? Да. Да. Что ж, как интересно. Придется тебе открыть всю правду. Ну, открывай. Смирнов голубой. А? Он даже колготки носит, могу показать. Показать? Не надо. Как хочешь. Но надо же. Такой симпатичный мужик. С усами, главное. Усы сбрил. Че творится? Да, да. Хорошо, еще ко мне не приставят, мы все-таки со школы дружим. Ну ладно, все, до вечера. Раньше меня не жди. До вечера? Да, загородный объект у меня. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, как возник праздник День Святого Валентина. Легенда свидетельствует, что житель Сиракуз некто Валентин, вернувшись однажды домой, застал свою жену в объятиях любовника. Валентин горестно вздохнул и ушел в другую комнату. Жена поняла, что он ее простил. В дальнейшем, возвращаясь домой, Валентин почти всегда заставал жену с разными любовниками и всегда великодушно прощал ей эти шалости. Пораженные жители Сиракуз обратились к служителям культа с просьбой причислить Валентина к лику святых, что и было сделано 14 февраля в 5 веке до нашей эры. Ну как? Мне кажется, нормально. Кстати, вы знаете номер телефона своего Бориса? Да, конечно. Ну так это проще простого. Позвоните ему и скажите, чтобы он принес ваши вещи. А если подойдет жена? Ну дадите отбой или спросите, это бухгалтерия? Какая бухгалтерия? Это просто, чтобы она не заподозрила. У меня, наверное, мозги переохладились. Простых вещей не понимаю. Позвоню. Хотя, честно говоря, после всего этого не хочется с ним общаться. Алло. Алло, это бухгалтерия? Нет, вы ошиблись. Извините. Попробуйте еще раз. Только вначале помолчите, чтобы он понял, что раз не отвечают, значит, хотят слышать его. А если он не возьмет трубку, значит, его нет дома. Спросите опять про бухгалтерию, и будем думать, что делать дальше. Миш, какой вы изобретательный. А как с балконом придумали, ну просто блеск. А так по внешнему виду и не скажешь. В том смысле, что вид у вас такой добродушный? Это для своих. В афганскую войну был разведчиком. Такое приходилось придумывать. Что вы, не поверите? Верю. Алло, говорите. Алло. Не слышу. Значит, это не бухгалтерия? Нет, это космодром Байконур. Извините. Вот так. Понятно. Придется ваши вещи возвращать без помощи Бориса. Там еще сумочка была моя со всеми документами. Ну, где это все лежит? В шкафу. В спальне он все туда швырнул, перед тем, как выставить меня на балкон. Все на нижнюю полку. Где находится спальня по отношению ко входу? Вот смотрите. Вот если вы вошли в прихожую, то слева кухня, туалет, а еще немножко левее спальня. Все ясно. Подождите минуточку. Хозяйка! Слесарь сантехника вызывали? А? Ну как? Здорово. Никогда бы не подумала, что можно так перевоплотиться. А, значит, стал похож на сантехника. Тогда звоните. А что вы задумали? Задумала вернуть ваши вещи. Звоните. Потрясающе. Пусть потом угадает, где моя одежда. Ой. Да. Квартира 75. Это из ЖЭКа. У вас стояк течет. Жильцы жалуются. Мы сейчас к вам слесаря пришлем. Что? Как некогда? Он уже идет. Все. Да я еще в душе-то не была, а их уже заливает. Заведи бы их как следует, по-настоящему, чтоб по мелочам не возникали. Черт. Ну, я пошел.
честно говоря, немного волнуюсь. После Афгана первый раз в разведку иду. Ни пуха, ни пера. К черту. Иду. Кто? Хозяйка, от вас течет. Это мастер. Ничего у нас не течет. У нас все нормально. Можете посмотреть. Соседи из 58-й совсем ненормальные люди. Им все течет и течет. Смотрите. Мы уже и краны поменяли на испанские, трубки всякие. Вы поверить не можете. Мы даже теперь на полную ступню ходить не можем. На цыпочках ходим. Часов тарабанят по батареям. Ну, у вас все нормально, только немного надо сальники подтянуть, тем более, что такие соседи. Ну, пожалуйста, подтягивайте. Алло, Шурик, это ты? Не улетела дома? Соскучился. Мамочка. Праздник? Какой праздник? Ах, да. Да-да-да-да, слышала. Ты же меня знаешь. Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Потрясающе. Конечно. Я всегда за. Ты этого хочешь? Очень-очень? Нет, не придет до вечера. Так что, мой дорогой, нет проблем. Конечно, можно у меня. Ты же знаешь, мой дом, моя крепость. Целую. Жду. Ну, хозяюшка, да, все в порядке, теперь не потечет. Спасибо большое. Может, рюмашечку? Нет, что вы, на работе мы ни-ни, что вы. А как насчет этого? Ага, за это спасибо. Век рыночной экономики, отказываться грех. Справедливо. Ну, спасибо, спасибо, хозяюшка. Спасибо. А этим придуркам в том деду скажите, что все в порядке. Ну, обязательно. Получилось? Не знаю. На нижней полке вещей не было. Пришлось взять то, что было на вешалке. Это не мои. Хорошие платья, но не мои. А, значит, ваши вещи он переложил, чтобы жена не наткнулась ненароком. Как-то я сразу не сообразил, а? Зря, значит, вы ходили в разведку. Нет, не зря. Почему? Не совсем. Пока вы можете одеть одно из этих платьев. Временно. А то в моих вещах вы чувствуете себя немного не в своей тарелке. Вообще-то, пока не получу свою одежду, могу поносить чужую. Я имею полное на это право. Особенно после того, что я пережила на балконе. А Бориса, значит, не было дома? Нет, он придет не скоро. Откуда вы это знаете? Жена его говорила кому-то по телефону, что он придет только поздно вечером. Так что вам придется его дождаться. Ладно. Дождусь, а пока пойду переодеваться. Я тоже, пожалуй. Ну как? Это платье вам очень идет. Мне тоже оно нравится. А может, вам стоит взять его в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб? Вы шутите? Нет, вы имеете на это полное право. Вы что, юрист? Нет, я не юрист, но я часто пользуюсь их услугами. Так что можете мне доверять. Нет, все равно я без разрешения чужое взять не могу. Даже вот надела это и как-то неважно себя чувствую. Хотите, я куплю у них это платье для вас? Миша, лучше купить себе занавески и приличный диван, а то живете как бомж. А я здесь не живу. Я вчера впервые вошел сюда за 5 минут до того, как увидел вас на том балконе. Нет, серьезно? Да. Как мне повезло. А представляете, что бы со мной было, если бы вы не пришли сюда? Не представляю. Ну, неужели вы не могли постучать в окно? Поднять всех на ноги? Закричать, наконец? Еще бы немного вы бы замерзли. Я думала об этом, но не хотела подводить Бориса. Мне казалось, что он вот-вот что-нибудь придумает, вызволит меня оттуда.
Однако до того, как я появился на балконе, прошло столько времени, что вы могли бы спокойно околеть. А он все не появлялся. А иначе бы он знал, где вы находитесь. Так мне и надо. Не надо было связываться с женатым человеком. Тем более таким. Давайте выпьем. Что-то я опять замерзаю. Давайте. За что пьем? За вас. За моего спасителя. Вас послала мне судьба. Я верю в знамение. Спасибо. Ну, судьба меня послала вчера сюда, выбрав очень неприятный повод. Как это? Ну, вчера я приехал ночью из Питера. Был там по делам. Ну, должен был лететь самолетом. А потом узнал, что плохой прогноз, и поехал поездом, экспрессом. Прихожу домой, там как в том анекдоте. В каком анекдоте? Ну, знаете, про уехавшего мужа, жену и любовника. Вы пришли домой и застали жену с любовником? Да. Они были в постели? Да. Все как со мной, только наоборот. И что вы сделали? Избили его? Нет. Избили ее? Нет. Но ведь не убили же их. Ну что вы. Я просто повернулся и ушел. Может быть, надо было дать ему по морде или ей. Не знаю, но мне стало очень противно. Я повернулся и ушел. Правильно сделали. У вас дети есть? От нее нету. Есть сын от первого брака. Тогда вообще правильно сделали, что ушли как джентльмен. Просто и красиво. Мне нравится, что вы так поступили. В самом деле? Угу. А мне кажется, немного не по-мужски. Не по-мужски – это выгнать голую женщину на мороз. А вы поступили красиво и, главное, благородно. Вы разведетесь с ней? Да. Не знаю, что она выиграла, но что потеряла хорошего человека – это точно. И симпатичного. Вы так считаете? Вы этим прямо светитесь. Мне такого еще никто не говорил. Не знаю. Как только ночью я вас увидела на балконе, я решила, что мне явился какой-то архангел. Такой у вас был лик, то есть вид. Даже не им, мне кажется, был у вас над головой. А когда вы меня позвали, иди ко мне, иди, я бы пошла к вам на другой балкон, даже если бы не было там лестницы. Вы что? Значит, у вас уже начались галлюцинации. Вовремя я подоспел. А ведь я не знал, куда мне пойти. Я позвонил другу. Он меня стал зазывать к себе. Ну, а мне хотелось побыть одному. Тогда он мне дал ключи от этой квартиры. Сюда после ремонта должна переехать его сестра. И так я оказался здесь. Странно. От каких случайностей зависит человеческая жизнь? В данном случае моя. Если бы не вы, мне было бы очень плохо. А сейчас даже рад, что вы оказались в таком ужасном положении. Вы мне очень помогли. Чем? Только лишнее беспокойство. Нет, я так не думаю. Со мной было спокойно. Давно со мной такого не было. А мне казалось, я жутко капризничала, действовала вам на нервы. Что вы, как раз совсем наоборот. В том смысле, что я, то вы... И вы мне тоже. Совсем не действуете на нервы. И она не звонила от подруги? Спасибо, не беспокойтесь, я сейчас позвоню на работу. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, фирма Лэнди слушает вас. Добрый день. Попросите, пожалуйста, Павлову Людмилу. А она не вышла сегодня на работу. Извините, спасибо. Мне нужно позвонить на работу, сказать, что я не выйду. Ну и что вы скажете? По причине болезни, правду ведь я не могу сказать. Но медицинскую справку я могу сделать. Нет проблем. Можно и бюллетень. Бюллетень мне не нужен. Завтра я выйду на работу. Извините, есть не секрет. Что у вас за работа? Я работаю дилером в риэлторской конторе. А, значит, получаете $300, не более. 250. Откуда вы знаете? Ну, я руковожу фирмой по продаже строительных материалов. У меня несколько магазинов в городе. Так что, если вас уволят, идите ко мне. $500 гарантирую. А если не уволят? Все равно мое предложение остается в силе.
А если вы такой бизнесмен, почему же у вас нет сотового телефона? А я его дал другу, потому что по нему беспрерывно звонила моя жена. И кем я буду у вас работать? Таким же дилером, только в оптовом магазине. Нужно подумать. Во всяком случае, можно уже не врать и не звонить на работу. Иду, иду. Привет. Вы продаете славянский шкаф? Для вас у нас итальянская мебель. Заходи, Шурик. Все в порядке. Хотел прийти к тебе с цветами, но ведь это же улика. Поэтому решил обойтись духами. В честь Святого Валентина от порочного Сашка. Ой, спасибо. Елизавета Арден, какая прелесть, Саша. Ты моя душина. Глоток свежего воздуха. Нет, луч света в темном царстве. А ты для меня запах ромашек зимой. Утренняя заря в полярную ночь. Пение соловья в дремучем лесу. Любонька, я надеюсь, в честь Святого Валентина по рюмашечке хрязнем. А так же. Ух, ух. Ну, а когда она нашла женскую сумочку, мне пришлось сказать, что ты голубой. Ну, извини, старик, у меня другого выхода не было. Но если про меня в такой ситуации сказали подобное, я бы не обиделся. Ну ладно, ну скажем потом, что ты меня разыграл с женской сумочкой. А пока, если Люба будет спрашивать, все подтвердить. Ну ладно. Спасибо. Но Людки нигде нет. Ни дома, ни на работе. Как сквозь землю провалилась. Ну вот куда она могла деться с балкона? Практически голая. Мистика какая. Внизу ее не было, наверху, если только НЛО ее забрало. А у соседей наверху ты спрашивал? Нет, не спрашивал. Ты прав, старик. Чтобы быть верной, идея должна быть безумной. Все, еду домой. Фирма «Фокус-покус» предлагает радиослушательницам сделать подарок своим мужьям или любовникам ко дню Святого Валентина. Празднично оформленные коробочки упакованы в духи, запах Святого Валентина, галстук с ликом Святого Валентина и пачка презервативов за Святого Валентина. Лёвонька, что я с тобой сейчас сделаю, а? Ты птиц, посвященный дню Святого Валентина. Ава! Я ваш сосед снизу. Откройте, пожалуйста. Я дома одна, никому не открываю. А в чем дело? Даже не знаю, как объяснить. К вам случайно этой ночью на балкон снизу никто не поднимался? Откуда, откуда? Ну, снизу, с нашего балкона. А как оттуда можно подняться к нам? Ну, например, по веревочной лестнице. Если вы спустите ее на наш балкон. А почему это мы должны этим заниматься? Что за дурацкие вопросы? Значит, никого не поднимали с нашего балкона сегодня ночью? Ну, да или нет? Вы можете ответить? Да мы не сумасшедшие, чтобы этим заниматься. Или как вы целый день музыку громко крутить? Оставьте нас в покое, пожалуйста. Ладно, извините. Ну, прямо мистика какая-то. Да, кусаться, это же улика. Люба! Это муж! Люба, ты же сказала, его не будет до вечера. Ты дома, Люба? Пришел сейчас. Люба!
Я тебе не помню. Я его боюсь, понимаешь? Ну, а что делать? Что делать? Люба, давай сейчас. Меня? Куда? Куда ты одеваться? Люба, Люба, давай тогда. Люба, подожди, ты куда меня толкаешь-то, Люба? Люба, ужас какой, а? Ой, господи. Голос собачий, а? Люба! Иду, ну иду! Это ты, Борь? А кто же еще? Угу. Ты что так рано-то? Проезжал мимо, решил заскочить. Приготовь мне поесть что-то. Хорошо. Алло, Вить. Объект сверху проверил, результат отрицательный. Из дома звоню. А сбоку нет балкона? Слева или справа? Что, слева или справа? Ну, есть еще объект слева, но до него 3 метра. Абсолютная пустота. А ты все расходи туда, спроси. Ну, понятно. Понятно. Слушай, что ты мне все холодное суешь? Ты же знаешь, я не люблю. Кончай капризничает. Тебя не поймешь. То ты любишь холодное, то ты не любишь холодное. Да. Все-таки я удивляюсь, почему нет никаких попыток со стороны этого Бориса найти вас. Тишина. Как будто ничего не произошло. Нифига себе. Уши. Помоги. Мой труп. Спаси. Погибаю, мужик. Век не забуду. Все ясно, держись. Что, приду? Давай, цепляйся и ползи сюда. Да ты что? Ты что, разве не понимаешь? Я же не циркач. Я высоты боюсь. А ты вниз не смотри, смотри на меня. Меня видишь? Тебя вижу. Ну, ну так ведь... 8-й этаж, понимаешь? Может быть, МЧС вызовем, а? Давай. Пока МЧС вызовут, ты замерзнешь. А у нас есть хороший коньяк и виски. Сам согреешься. Чё у вас есть? Коньяки, виски согреешь? Виски? Чё ж вы раньше-то не сказали? Вы тоже мне люди. Эх, была не была. Давай. Скорее. Скорее, скорее. Мужик, ты лестницу тут держи покрепче, понимаешь? Молодец. Ах, если вдруг сорвусь и разобьюсь, главное, чтобы жена не узнала, что я был голый. Ещё вперёд немного. Ага. Давайте. Так. Ага. Вот, всё. Вы уже у нас? Неужели я перебрался? Вся неужели спасен? А? Сейчас. Ну надо же. А так же не верится. Нормально, все. Нормально. Господи. За любовь такие мучения. Люда, Господи, помогите. Есть все-таки ты нас. Раз он оказался на балконе, значит, ваш уже пришел. Слышь, ты же мне виски обещал. Сейчас. Будет виски. Сохранился, как собака. Господи. Пей. Ага. Слышь, ты лестницу-то с балкона убери, а то меня запеленгуют. А я сейчас как ребенок, никакого сопротивления не смогу оказать. А он прав. Может, вас растереть? Для чего? Вы, наверное, замерзли на балконе. А это помогает. Не-не-не-не-не-не-не-не. Лучше вот это. Лучше вот это помогает. Промерз до основания. Пополней. Ага. Хорошо. Спасибо большое. Так, убрал. Все, порядок. Друзья, а что вы меня не спросите, почему я в одних носках на морозе оказался? А нам и так все ясно. И не вы первый, кстати. Это как? А вот так. Борь, ты куда? Записную книжку в машине забыл. Сейчас вернусь. Ой, бедный мой мальчик замерз, мой усатенький, мой Шурочка. Сошел? Сошел. Шурик. 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 Шурик.
кажется, нас запеленговали. Ребята, не сдавайте меня. Ты дома у меня как в церкви. Никто тебя не тронет. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я даже не знаю, как сказать. Говорите, как хотите, остальное домыслим. Дело в том, что я потерял девушку. Где потеряли? Это за вами. На балконе у себя. Я живу в соседней квартире. А в чем была эта девушка? Практически ни в чем. Так получилось. И сколько она пробыла на балконе? Больше часа, это уж точно. И вы думаете, что она осталась еще жива? Я надеюсь. Она исчезла бесследно с балкона. Прям мистика какая-то. Никакой мистики. Она у меня. Люда? Да. Не может быть. Может. Прошу. Люда, как я счастлив, что ты цела. Наконец-то. Если бы не Миша, то я, может быть, и была бы цела, но не невредима. В любом случае, ты нашел бы на балконе окоченевшее тело, запорошенное снегом. Не надо, не говори так. Ты не представляешь, как я страдаю почти целые сутки. Меня это уже не интересует. Иди лучше и принеси мои вещи. Сейчас. Они у меня в машине. А это кто? Не задавай лишних вопросов. Не твое дело, это мой друг. Он что, голый? Да. А почему он голый? Мы все сюда приходим голые. Слушайте, что за квартира? Как ты сюда попала? Здесь же никто не жил. Это моя квартира. Я здесь живу. А это мои друзья. Вам все ясно? Ясно. А тебе ничего не ясно. Ну, хорошо. Что ж тут хорошего? Какой-то голый человек лежит. Иди лучше и принеси мои вещи, иначе я сама пойду и принесу их. Да, Людочка, сейчас. Я счастлив, что ты жива. Это он! Кто? Муж! Я его видел на фотографии! Да. Шурик! Саш! Ну, вот Саша! Это она! Спохватилась! Не прошло и полгода! Кто? Шурик! Его жена! Скажите ей, что я замерз и умер! Я ведь не пингвин, чтобы жить на морозе! Она знает меня, как слесаря жить. Шуля! Может, вы с ним поговорите? Шуречка! Мне не хочется с ней общаться. Они для меня уже не существуют тоба. Ни он, ни тем более его жена. Шурик! Переживает. Саша! Так ей надо. Выйди и скажи, что принесла твои вещи, пока его нету. О, как же я сразу не сообразил? Вот что значит переохлаждение? Сашуля! Люба! Эй! Ребята, я сейчас мигом смотаюсь и заберу свои вещи. И вернусь, пока его нет. О, Саша, где ты был? Саша! Да вот у них, у твоих соседей. Сашенька, миленький, прости меня. Я сейчас потом, в ванне зажгла, тетя, что потом, передумала. Потом. Саш, Сашулечка. Ну, хочешь, сейчас он придет, я ему все расскажу. Раз мы любим друг друга, он должен меня отпустить. Хочешь, Саш? Да ты что? Мы так не договаривались. Ну что? А моя жена, мои дети. Левак укрепляет брак. Это мой девиз. И ты сама всегда говорила, что и твой тоже. Ты что, меня не хочешь, не любишь больше, да? После твоего балкона, может быть, я тебя еще и люблю. Но захочу ли, смогу? Большой вопрос. Ну, скажи пока что. Это он. Опять? Сашенька, прошу тебя, на балкон. Никто я тебя очень прошу, последний раз. Честное слово, обещаю, больше никогда не будет. Последний раз. Любонька, только Саша, на балкон. Саша, умоляю тебя. Вот здесь вот, Люба. Саша! Вот здесь, или хочешь, я уходу вот здесь, за шторочку. Тихо, я постараюсь. Но если ты в чем-нибудь сознаешься, я все буду отрицать. Люба! Иду. Борь, ты? Ну, а кто же еще-то? Конечно, я. Ну, не знаю. Что ты все раскрываешься? Ключи от машины. А, вот еще. А что, Борь, что произошло? Что, что ты вернулся-то? Очки забыл. Склеротик какой-то. Почему склеротик? Что ты забываешь? Каждый случается, забыл очки. А это что такое? Ну, я не знаю, что. Нет, про что ты говоришь? Ой! Ты что? Ой!
Слушай, что толкаешься? Я не знаю, как это получилось. Как будто земля из-под ног ушла. Просто ужас какой-то. Теперь я его не боюсь. Вещи со мной. А тюк где? Какой тюк? Ну, вот здесь лежал. Слушай, вообще, это уже не полтергейст. Это что-то другое. Ты помнишь, как в прошлом году ты цаплю в ванне увидел? Ну, это же я представлял ее, как нарисовать на кафеле. Представлял? Ну, ее же не было на самом деле. Боль, ты чего? М? Мистика. Ой. Опять были на балконе? Хуже. Ой, важно. Ключи от машины забыл и вернулся. А я второй раз уже не выдержал. Нервы не те стали. Не возражаешь? Ну, нет, конечно. Спасибо. Здоровье никуда не годится. Вот раньше муж одной моей знакомой. Весь станции по крышам электрички за мной гонялся. И я ничего. Пришел домой, и дочке две задачки по арифметике помог решить. А вы что, может, присоединитесь? Я буду. Ага. Все еще не согрелась. Я тоже не против. Давай. А за что будем пить? Спасибо. Как за что? За день Святого Валентина? За что же еще? Все же из-за него. Кто это? Ребята, вы меня не сдавайте. Как лежал, так и буду лежать, как будто бы никуда не уходил. Сейчас посмотрим. Вот твои вещи, Люда. Все на месте. Целый день их вожу с собой. Мог бы просто выбросить их с балкона. Ну зачем ты так, Люда? Мужики, ну ведь со всяким может случиться. Жена уехала в командировку, внезапно вернулась, нелетная погода. Куда девать девчонку? Время на размышления в обрез. Ну, я инстинктивно на балкон, безопаснее, подальше. Я совсем забыл, что зима. А когда увидел, что ее там нет, вообще чуть с ума не сошел. Ну, вот честное слово. А теперь поди, объясни ей. Вот когда так инстинктивно поступают, то здесь проявляется истинное отношение к человеку. Правильно? Да! Небось, родного человека ни один инстинкт не заставит выбросить на мороз! Да при том еще голова! А любовника, пожалуйста, новый найдется! А, кстати, почему вы голый? Почему, почему? Потому! За Люду обидно! Возьми. Там, кстати, платье твоей жены. А как они там оказались? Я захватила, прежде чем выйти на балкон. А я со страху ничего не заметил. Значит, все-таки что-то на тебе было? Это еще кто? Я, кажется, догадываюсь, кто это. Можно я открою? Откройте. Здрасте, извините, пожалуйста, простите, пожалуйста, мой здесь? Какой? Ну, тот самый. Ребята, это моя жена. Раздевайся, идуй на балкон, а через часик мы тебя выпустим. А почему надо раздеваться? Почему, почему? Потому. Да он шутит. Ты пришел ко мне. Я мастер-сантехник Жека. Понял? Понял. Понял. Их много. Проходите, может, правда? Ну-ка. Ой, а ты что здесь делаешь, Борь? А я вот к нему пришел. Хочу, чтобы он унитаз нам японский поставил. А ты чего? А я голос твой услышала. Что-то лицо мне ваше знакомо. Да, возможно. А что это у вас здесь так много? Коньяк, виски. По какому поводу? По случаю Дня Святого Валентина. Мне кажется, и выпить можно по такому поводу. Я не возражаю. Ну, раз такой праздник, мы с Борей тоже не возражаем. Хорошо, ну, раз так. А разве не вчера был этот праздник? Каждый день бывает этот праздник. День Святого Валентина. Прошу. Ну, раз так, то тогда я выпью, хоть я и за рулем. Спасибо. Выпьем за День Святого Валентина. Правда, по правилам, в День Святого Валентина все влюбленные должны поцеловаться друг с другом. Но у меня, к сожалению, нет пары. А вот, кстати, почему все одеты, а вы голый? Да, Миша... А это не имеет значения. Мне кажется, мы должны поцеловаться перед тем, как выпить.
Если мы пока еще не влюбились друг в друга, то я уверена, что мы на это уже обречены. Что касается меня, то со мной это уже произошло. А это что такое? Где? Ну вот этот тюк, я его уже видел сегодня у себя в спальне. Ой, смотрите! Мистика. По-моему, сам Святой Валентин к нам пожаловал. Господа, прошу простить меня за неожиданное вторжение. Но обстоятельства вынудили меня спуститься к вам чуть ли не с неба на собственных подтяжках. Если вы мне поднесете такой же бокал, как у вас, я с удовольствием осушу его за день Святого Валентина, по причине которого я и оказался здесь. Прошу! Только из ваших рук. Здесь дамы. А! Очень-очень. Нет, не придет до вечера. Так что, мой дорогой, нет проблем. Конечно, можно у меня. Ты же знаешь, мой дом, моя крепость. Целую. Жду. Ну, хозяюшка, да, все в порядке, теперь не потечет. Спасибо большое. Может, рюмашечку? Нет, что вы, на работе мы ни-ни, что вы. А как насчет этого? Ага, за это спасибо. Век рыночной экономики, отказываться грех. Справедливо. Ну, спасибо, спасибо, хозяюшка. Спасибо. А этим придуркам в том деду скажите, что все в порядке. Ну, обязательно. Получилось? Не знаю. На нижней полке вещей не было. Пришлось взять то, что было на вешалке. Это не мои. Хорошие платья, но не мои. А, значит, ваши вещи он переложил, чтобы жена не наткнулась ненароком. Да, как-то я сразу не сообразил, а? Зря, значит, вы ходили в разведку. Нет, не зря. Почему? Не совсем. Пока вы можете одеть одно из этих платьев. Временно. А то в моих вещах вы чувствуете себя немного не в своей тарелке. Вообще-то, пока не получу свою одежду, могу поносить чужую. Я имею полное на это право. Особенно после того, что я пережила на балконе. А Бориса, значит, не было дома? Нет, он придет не скоро. Откуда вы это знаете? Жена его говорила кому-то по телефону, что он придет только поздно вечером. Так что вам придется его дождаться. Ладно. Дождусь, а пока пойду переодеваться. Я тоже, пожалуй. Ну как? Это платье вам очень идет. Мне тоже оно нравится. А может, вам стоит взять его в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб? Вы шутите? Нет, вы имеете на это полное право.
Вы что, юрист? Нет, я не юрист, но я часто пользуюсь их услугами. Так что можете мне доверять. Нет, все равно я без разрешения чужое взять не могу. Даже вот надела это и как-то неважно себя чувствую. Хотите, я куплю у них? Это платье для вас. Миша, лучше купить себе занавески и приличный диван, а то живете как бомж. А я здесь не живу. Я вчера впервые вошел сюда за 5 минут до того, как увидел вас на том балконе. Нет, серьезно? Да. Как мне повезло. А представляете, что бы со мной было, если бы вы не пришли сюда? Не представляю. Ну, неужели вы не могли постучать в окно, поднять всех на ноги, закричать, наконец, и чтобы немного вы бы замерзли? Я думала об этом, но не хотела подводить Бориса. Мне казалось, что он вот-вот что-нибудь придумает, вызволит меня оттуда. Однако до того, как я появился на балконе, прошло столько времени, что вы могли бы спокойно околеть. А он все не появлялся. А иначе бы он знал, где вы находитесь. Так мне и надо. Не надо было связываться с женатым человеком. Тем более таким. Давайте выпьем. Что-то я опять замерзаю. Давайте. За что пьем? За вас. За моего спасителя. Вас послала мне судьба. Я верю в знамение. Спасибо. Ну, судьба меня послала вчера сюда, выбрав очень неприятный повод. Как это? Ну, вчера я приехал ночью из Питера. Был там по делам. Ну, должен был лететь самолетом. А потом узнал, что плохой прогноз, и поехал поездом, экспрессом. Прихожу домой, там как в том анекдоте. В каком анекдоте? Ну, знаете, про уехавшего мужа, жену и любовника. Вы пришли домой и застали жену с любовником? Да. Они были в постели? Да. Все как со мной, только наоборот. И что вы сделали? Избили его? Нет. Избили ее? Нет. Но ведь не убили же их. Ну что вы. Я просто повернулся и ушел. Может быть, надо было дать ему по морде или ей. Не знаю, но мне стало очень противно. Я повернулся и ушел. Правильно сделали. У вас дети есть? От нее нету. Есть сын от первого брака. Тогда вообще правильно сделали, что ушли как джентльмен. Просто и красиво. Мне нравится, что вы так поступили. В самом деле? Угу. А мне кажется, немного не по-мужски. Не по-мужски – это выгнать голую женщину на мороз. А вы поступили красиво и, главное, благородно. Вы разведетесь с ней? Да. Не знаю, что она выиграла, но что потеряла хорошего человека – это точно. И симпатичного. Вы так считаете? Вы этим прямо светитесь. Мне такого еще никто не говорил. Не знаю. Как только ночью я вас увидела на балконе, я решила, что мне явился какой-то архангел. Такой у вас был лик, то есть вид. Даже не им, мне кажется, был у вас над головой. А когда вы меня позвали, иди ко мне, иди, я бы пошла к вам на другой балкон, даже если бы не было там лестницы. Вы что? Значит, у вас уже начались галлюцинации. Говор меня подоспел. А ведь я не знал, куда мне пойти. Я позвонил другу. Он меня стал зазывать к себе. Ну, а мне хотелось побыть одному. Тогда он мне дал ключи от этой квартиры. Сюда после ремонта должна переехать его сестра. И так я оказался здесь. Странно. От каких случайностей зависит человеческая жизнь? В данном случае моя. Если бы не вы, мне было бы очень плохо. А сейчас даже рад, что вы оказались в таком ужасном положении. Вы мне очень помогли. Чем? Только лишнее беспокойство? Нет, я так не думаю. Все мне было спокойно. Давно со мной такого не было. А мне казалось, я жутко капризничала, действовала вам на нервы. Что вы, как раз совсем наоборот. В том смысле, что я, то вы... И вы мне тоже. Совсем не действуете на нервы. И она не звонила от подруги? Спасибо, не беспокойтесь, я сейчас позвоню на работу. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, фирма Лэнди слушает вас. Добрый день. Попросите, пожалуйста, Павлову Людмилу. А она не вышла сегодня на работу. Извините, спасибо.
нужно позвонить на работу, сказать, что я не выйду. Ну и что вы скажете? По причине болезни, правду ведь я не могу сказать. Но медицинскую справку я могу сделать, нет проблем. Можно и бюллетень. Бюллетень мне не нужен, завтра я выйду на работу. Извините, если не секрет, что у вас за работа? Я работаю дилером в риэлторской конторе. А, значит, получаете доллар 300, не более. 250, а откуда вы знаете? Ну, я руковожу фирмой по продаже строительных материалов. У меня несколько магазинов в городе. Так что, если вас уволят, идите ко мне. $500 гарантирую. А если не уволят? Все равно мое предложение остается в силе. Хм. А если вы такой бизнесмен, почему же у вас нет сотового телефона? Кто там? Да я, это Боря, я. Ой, Люба, ты что, не улетела? Бурга. Завтра будет еще хуже, буран. Послезавтра вообще не имеет смысла ехать, потому что семинар заканчивается. Ужинать не будешь? Ой, нет, вот так вот в аэропорту пообедали, поужинали, все было. Умыться с дороги. Отстань, Боря, ничего не хочу. Спать. Нет, даже раздеваться не хочу. Ну, пойдем на кухню. Чайку попьем, согреемся с дороги. Книжку 100 грамм. А, Люб, подожди, кофейку попьем. А, Люб. Боря, а что с тобой? Кто это у нас говорит? Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Я прямо посвистелась все. Ну, ты понимаешь, я ведь уже спал. Потом на работе перенервничал. Ой, что это? Что? Будто скребется кто-то. А, ну, это ветер, снег в окно сыпет. Дорогая, чтобы нас ничего не отвлекало, давай твою любимую музыку включим. Что с вами? Понятно. Сейчас, секунду. Поймаете? Хорошо. Ловите. Ничего страшного. Сейчас что-нибудь придумаем. Извините, я совсем замерзла. Потерпите, все будет в порядке. Я сейчас приду. Держитесь, минуточку. Ой, ну раз так, видно, придется спать.
Кругом не весело. Прости, Любочка, раз на раз не приходится. Ты так намучилась, так устала. Утро вечер мудренее. Спи, дорогая. Смотрим. Залезайте. Только вниз и смотрите. Смотрите вверх или на меня. Хорошо. Вниз не смотрю. Молодчина. Еще немного. Вот. Еще чуть-чуть. Ну вот. Все страшно. Уже позади. Уже вы вне опасности. Вот вы в надежных руках. Сейчас вы согреетесь, и все будет в порядке. Вот. Все. Вы можете теперь успокоиться. Все страшное уже позади. О! Ничего себе! Вы почти что окоченели. Ну ладно, сейчас мы вас будем отогревать. Подушечку под голову, чтобы кровообращение нормально было. Так вот. Сейчас еще одну. О, дыхание у вас нормальное. Укутаем вас, чем можем. Вот так. Вам надо что-нибудь такое согревающее. О, у меня же есть виски. Подождите секундочку. Интересно, а как вы оказались на балконе? Вы что, йог? Или вы вышли на балкон, а задвижка случайно закрылась? Меня выгнали на этот балкон, чтобы я никому не мешала. Садисты, что ли, живут в этой квартире? Садист. Один. Ничего себе. Так, сейчас вам будет тепло. Вот, выпейте. А что это? Виски. А водки нет? Хорошо, что есть виски. Не привередничайте. Вам сейчас это необходимо. Ой, смог он какой-то. Ой, не холодно. А где он, нет? К сожалению, нет. Жаль. А вы что, дубленка? Ох, хорошо, что напомнили. Она же внизу. Ой, жалко, была бы кстати. Хотя ее уже, наверное, украли. Не думаю. Значит, со ночи. Я сейчас бегаю, а если будет холодно, вы выпейте виски. Ну, я пошел. Борь, дай водички. Сейчас, дорогая. Вот сейчас вам станет совсем тепло. Подлец! Вот так. Какой подлец? Кто? Я? Причем вы, Борька. Какой? Самый. Можно мне еще виски? Да, пожалуйста. А мне все еще холодно. Пожалуйста. Сверху мне уже не холодно, только холодно внутри. Ну что, лучше стало? Вроде. Вот. А сейчас я вам сделаю еще чай. Он вас совсем приведет в чувство. Я вам буду очень благодарна.
Да, да, да. Да, дорогая, я все помню, все знаю, да. Да. Возвращайся скорее. Я жду тебя с нетерпением. Целую, целую, дорогая. Здравствуйте, фирма Лэндис слушает вас. Здравствуй, фирма Лэндис. Ты знаешь, какой сегодня день? О, привет. Какой? День Святого Валентина. Вот какой. Всемирный день влюбленных. Слыхала? Вообще-то слыхала. Именно сегодня? Говорят, что да. И как раз сегодня моя жена уехала в командировку. Догадайся трех раз, что я хочу тебе предложить. Догадалась, как только ты заговорил об этом празднике. Я за тобой заеду после работы. Посидим в трех пискарях и потом ко мне. Идет? Договорились, целую. Целую. День и ночь роняет сердце вам. Значит так, это произведение читать мы не будем. Принесите нам, пожалуйста, бутылочку шампанского. Стандартный набор закусок и на горячее рыбу. Ты не против рыбы? Нет. Ты же знаешь, я всегда за рыбу. Тем более, что сегодня четверг. Тем более, рыбный день. Да, да, рыбный день. А вот, кстати, вы не можете освежевать парочку вот этих рыбок и нам зажарить? Ну, почему же? Для вас. Пожалуйста. Да? Вы можете даже сами выловить их. Ну... Ни в коем случае, какой ты кровожадный. Я не смогу съесть такую рыбу. Ну, это же шутка. Шутка. Понимаешь? Ну почему же? Вот на прошлой неделе у нас гуляла компания, да. Так все аквариумы опустошили. Какой ужас. Так, ну и на десерт, я думаю, мороженое, да? Мороженое и... Боря, привет. Здравствуй, Катя. А Люба где? Люба, она в командировке. Угу. Сегодня улетела. Понятно. Это моя сотрудница. Сотрудница. Мы готовимся к встрече с финнами. Что ж, желаю успеха. Спасибо. Слушай. Ты представляешь, это муж моей подруги. Она уехала в командировку, а он гуляет. Значит так, заказ отменяется. Принеси два кофе и кофе. Слушаюсь, товарищ полковник. Почему полковник? В армии обслуживал. Где же ты? Ну, кого ты обслуживал? Полковника, ну вылитый вы. Ну, так выполняйте приказ. Слушаюсь! Вот не пруха, ну надо же. Лучшая подруга моей жены. Она так нахально смотрит на меня. Слушай. Что? Надень мои очки. Зачем? Так надо. Понятно. Вот документ, о котором я вам говорил. Очень важный. Угу. Тебе идут. Сразу стал деловой вид. В самом деле, читаю. Она все смотрит. Вот потому и читай. Ну, читаю, но я ничего не вижу. Ты смотри поверх очков. А, да. Так вижу. Читай. Угу. Ну, а ваш номер 734-26 от 3 февраля всего года. Должен быть калькулятор. Мы что? Калькулятор. Есть. Давай, достань. Зачем? Так надо. Считай. Делай вид, что считаешь. Все, сейчас. Ничего не вижу. Поверх очков. Она все смотрит? Ну, конечно. Чтоб ее. Дай мне. Да. Боря, а ты все наработаться не можешь. Что поделаешь, ненормированный рабочий день. А ведь ты знаешь, сегодня день Святого Валентина, день всех влюбленных. В самом деле, что ты говоришь? Я даже и не знал, что существует такой праздник. А вы, Людмила Борисовна, знали? А, нет. Первый раз слышу. Ваш кофе, товарищ полковник. Черт, ну надо же было так попасть, а? Ведь эта стерва все расскажет моей жене, я ее знаю. Послушай, Боренька, не переживай. Может, она ничего не скажет твоей скажет, жене. Скажет, я ее знаю. Эта стерва та еще. Все расскажет. Едем домой, только домой. Мой дом, моя крепость. Борь, ну что ты такой скучный? Неужели ты меня совсем-совсем не любишь? Если б не любил, ты сейчас здесь не лежал. Я миллион раз даю себе слово. Все. Больше этого не будет.
Это в последний раз. Такие отношения меня унижают. Но стоит тебе меня поманить, я тут как тут. Что там делаешь? Пишу твое имя. А точнее, Боря, я тебя люблю. Что, Вора? Хуже. Жена. Боря, это я. Я вернулась. Кстати, я что подумал? Ведь вы пока можете одеть мои вещи, правильно? Вот смотрите, рубашка, джинсы, все, что было в моей сумке. Спасибо. Ну вот, прошу. Боря, ты чего, уезжать собрался, что ли? Да Смирнов вчера вещи жены из химчистки получил. Забыл у меня в машине, просил привезти. И хорошо почистили? Я не... нормально. Ой, мне тоже пора в химчистку. Ой, ой, халтура какая. Смотри, пятна, брызги остались. А содрали порядочно-нибудь, да? Я не спрашивал. Хочешь, узнаю. Не надо, я все равно свои вещи туда не отдам. Кофточка-то зачем? На ней ведь знак. Химчистка запрещена. Ну, какое наше дело? Она что, и бюстгальтер в химчистку сдает? Ну, может, и сдает. Ну, зачем рыться в чужих вещах? Подожди, а сумочка дамская? Она что, и сумочку сдает в химчистку? Сумочка не ее. А чья? Самого Смирнова. Смирнов ходит с дамской сумочкой? Да, да. Что ж, интересно. Придется тебе открыть всю правду. Ну, открывай. Смирнов голубой. А? Он даже колготки носит, могу показать. Показать? Не надо. Как хочешь. Но надо же. Такой симпатичный мужик. С усами, главное. Усы сбрил. Что творится? Да, да. Хорошо, еще ко мне не приставит, но все-таки со школы дружим. Ну ладно, все, до вечера. Раньше меня не жди. До вечера? Да, загородный объект у меня. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, как возник праздник День Святого Валентина. Легенда свидетельствует, что житель Сиракуз некто Валентин, вернувшись однажды домой, застал свою жену в объятиях любовника. Валентин горестно вздохнул и ушел в другую комнату. Жена поняла, что он ее простил. В дальнейшем, возвращаясь домой, Валентин почти всегда заставал жену с разными любовниками и всегда великодушно прощал ей эти шалости. Пораженные жители Сиракуз обратились к служителям культа с просьбой причислить Валентина к лику святых, что и было сделано 14 февраля в 5 веке до нашей эры. Ну как? Мне кажется, нормально. Кстати, вы знаете номер телефона своего Бориса? Да, конечно. Ну так это проще простого. Позвоните ему и скажите, чтобы он принес ваши вещи. А если подойдет жена? Ну дадите отбой или спросите, это бухгалтерия? Какая бухгалтерия? Это просто, чтобы она не заподозрила. У меня, наверное, мозги переохладились. Простых вещей не понимаю. Позвоню. Хотя, честно говоря, после всего этого не хочется с ним общаться. Алло? Алло, это бухгалтерия? Нет, вы ошиблись. Извините. Попробуйте еще раз. Только вначале помолчите, чтобы он понял, что раз не отвечают, значит, хотят слышать его. А если он не возьмет трубку, значит, его нет дома. Спросите опять про бухгалтерию.
и будем думать, что делать дальше. Миш, какой вы изобретательный. А как с балконом придумали, ну просто блеск. А так по внешнему виду и не скажешь. В том смысле, что вид у вас такой добродушный. Это для своих. В афганскую войну был разведчиком. Такое приходилось придумывать. Что вы, не поверите? Верю. Алло, говорите. Алло, не слышу. Значит, это не бухгалтерия? Нет, это космодром Байконур. Извините. Вот так. Понятно. Придется ваши вещи возвращать. Без помощи Бориса. Там еще сумочка была моя со всеми документами. Ну, где это все лежит? В шкафу. В спальне. Он все туда швырнул. Перед тем, как выставить меня на балкон. Все на нижнюю полку. Где находится спальня по отношению ко входу? Вот смотрите. Вот если вы вошли в прихожую, то слева кухня, туалет, а еще немножко левее спальня. Все ясно. Подождите минуточку. Хозяйка, слесарь сантехника вызывали? А? Ну как? Здорово. Никогда бы не подумала, что можно так перевоплотиться. А, значит, стал похож на сантехника. Тогда звоните. А что вы задумали? Задумала вернуть ваши вещи. Звоните. Потрясающе. Пусть потом угадает, где моя одежда. Ой! Да! Квартира 75! Это из ЖЭКа! У вас стояк течет! Жильцы жалуются! Мы сейчас комслесаря пришлем! Что? Как некогда? Он уже идет! Все! Да я еще в душе-то не была! А их уже заливает! Залить бы их как следует! По-настоящему! Чтоб по мелочам не возникали! Черт! Ну, я пошел. Честно говоря, немного волнуюсь. После Афгана первый раз в разведку иду. Ни пуха, ни пера. К черту. Иду. Кто? Хозяйка, от вас течет. Это мастер. Ничего у нас не течет, у нас все нормально, можете посмотреть. Соседи из 58-й совсем ненормальные люди. Им все течет и течет. Смотрите, мы уже и краны поменяли на испанские, трубки всякие. Вы поверить не можете, мы даже теперь на полную ступню ходить не можем. На цыпочках ходим, часов тарабанят по батареям. Ну, у вас все нормально, только немного надо сальники подтянуть. Тем более, что такие соседи. Ну, пожалуйста, подтягивайте. Алло, Шурик, это ты? Не улетела дома. Соскучился. Мамочка. Праздник? Какой праздник? Ах, да, слышала. Ты же меня знаешь. Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Потрясающе. Конечно. Я всегда за. Интересные люди.
Ты что? Сигнализация в машине сработала. Надо пойти посмотреть. В такой мороз ее не заведут. Могут. Могут. Ты же снял аккумулятор. Он в прихожей стоит. Значит, не моя машина. Когда нашу машину гоняли на самом деле, тебя с места сдвинуть нельзя было. Как жена приехала, так... Ой, к машине бежит. Мне интуиция подсказывает. Надо пойти проверить. Понятно. Значит, у тебя сегодня только интуиция работает. Ну, иди, иди. Извини, Любушка. Спи. Извините, к вам с балкона недавно никто не заходил? Что за шутки пол второго ночи? Я сейчас милицию вызову. Извините, извините, я просто хотел спросить. Значит, никто не заходил. Ну, прямо мистика какая-то. Хорошая музыка. Оставьте. Мне эта вещь нравится. Мне тоже. Алло. Я очень извиняюсь за свой поздний звонок, но не могу ли я поговорить с Людой? Я вас очень прошу, когда бы она ни пришла, пусть срочно позвонит Борису. Спасибо, еще раз извините. Пейте. Очень горячий чай. С одной стороны, это хорошо. Тепло выгоняет из вас холод. И вы не заболеете. Пейте. Слушайте, вы что, шаман? Как вы догадались? Прадед мой был шаманом. А мне кое-что передалось. Так что, если вы будете меня слушать, вы не заболеете. Пейте. Еще надо попить. Пью. Пейте, пейте, пейте. А кто вас выгнал на мороз? Уже не так горячо. Что, пьяный муж? Злая мачеха? А муж вы член секты? Ни то, ни другое, ни третье. На мороз меня выставил любимый мой человек, когда вернулась из командировки его жена. Обычно ведь бывает наоборот, верно? Да, обычно возвращается из командировки муж. Так бывает в жизни и в анекдотах. Значит, я анекдот наоборот. Пейте. Бабушка мне всегда говорила, что у меня все не так, как у людей. Ну вот.
Доброе утро. Доброе утро. Вы что хотите, чай или кофе? Наверное, чай. У нас есть и то, и другое. Даже коньяк. Могу сделать также яичницу. Спасибо. А как вас зовут? Меня зовут Михаил. А вас как? Люда. Ну вот и познакомились. А теперь давайте завтракать. Плотный завтрак вам сейчас не помешает.